Я пришел домой с работы, как обычно. Жена открывает дверь. Вау! Кормилец! Она кидается мне на грудь и говорю, в кровать! Да. Ароматический вечер при свечах. В кровать, я тебе сказал. Ну, сейчас. Поднялась в спальню. Заходит в эротическом белье. Движение эротическое делает. Я уснула на одеялом. В кровати тебе сказал. Ну и душ, жеребец. Поле мне бросается ко мне, я ее голову накрываю одеялом, говорю, смотри, часы еще купил, светятся тоже эти. Ох, блин, ну сколько можно? Я говорю, ну ладно, давай, дорогая. Ну, все-таки занялись этим сексом. Моя жена в сексе самая сексуальная старая бабка. Я поехал на рынок. Продал последнюю лошадь, купил бутылку шампанского. Решил самого выпить, быстренько. Положил дом, забрался на крышу и выгнал стрижа из гнезда. Ну, пошел отсюда, халявщик пернатый. Замаскировал бутылочку, жду, пока все уснут. Все, уже все спят, как мне казалось. Я ногу передвигаю через жену, чтобы выйти на улицу. Вера это понимает по-своему. Ты куда полез, Валера? Кривоногий. Вот сдолженный памятник, а? Полгода тебе. Слушай, ну что ты делаешь, а? Ну куда ты лезешь? Ты успокойся, я уже не маленький. Я лег, успокоился, минут через 15. Вторая попытка. Слушай, я удивляюсь, что ты лезешь в окно? 4 винегрета сожрал. А тебя все прет, успокойся, не лезь ты на крышу. Доживай свою старость. И опять лег, успокоился, минут через 40, чтобы уже точно. Перегибаю ногу, все получается, все спят. Как мне казалось, я выхожу на улицу, открываю дверь, свечки, ночь, красота, звезды. Я залез на крышу, бутылочку пытаюсь открыть. Так, пу! Пробка ушла наверх, как ракета. Ворона с дерева упала, она ж не ожидала, она ведь спала. Недавно еду с другом на машине. Приехал на заправку, чтобы заправиться. Прибегаю к заправке, огромная заправка, такой огромный плакат. Любому, кто заправится больше 500 рублей, бесплатный секс. Я подхожу к чекам 501 рубля заправщику. Там вот мы почитали, что вот так-то так, мы готовы. Он говорит, это еще не все. Значит, вы должны отгадать число от 1 до 10. Если я буду говорить, вы гадайте, давайте. 3. Нет. 7, извините. Мы взяли, уехали. На следующий день весь день катались. Надоели на 500 рублей. Приходим, я говорю, это мы. Мы вчера были у вас. Пожалуйста, вот чек, давайте число. Он говорит, 8. Нет, извините, 7. Да ну его. Мы уезжаем, мой друг говорит, а тебе не кажется, что он жулит? Я говорю, да нет, ты мне только скажи. Моя билета на той неделе 2 раза выигрывала.